на матче 13-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд топ-лиги. Сегодня встречается муниципальный футбольный клуб Карабалта и Абдышата город Кам. Прослушайте составы команд. Наши гости, команда Абдышата играет в зеленой форме. Ворота. Первый номер. Капитан команды Акимали Калысбек. Четвертый номер. Сакирченко Данила. Барлонзар, мату замандаштар, ТРК Спорт телеканалы, өз эфирине Карабалта шаарынан баштап жаткан кезде, Мана стадиону топлига 13-чү турда, ошо 13-чү турда Карабалта командасы өз саласында канттан келген Абдышата командасын калып жаткан кезде, өтө бир кызыктуу беттештик десек болот, анткени Абдышата быйылкы сезондо жакшы оюн көрсөтүп, мына учурда байгел орундар үчүн күрөшүп жатат. Эки команда тең сөзсүз түрдө бүгүнкү беттеште упай үчүн күрөшөт жана сөзсүз түрдө жеңишке жеткенге аракет кылат. Андыктан биз менен биргеликте бул кызыктуу турнува беттешке жолдоштар. Сиз баарыңыздарда бүгүнкү эфирде мен Адлет Тимурланов, кесиптешим Азрет Абраимов. Всем добрый день, дорогие друзья, уважаемые люди футбола. Настоящая футбольная атмосфера творится. Командасный, конечно. Очень нравится. Давай быстренько. Сейчас снова перейдем, Адлет. Начнем с хозяев, точнее. В воротах номер 70-й. Сизов Джаяров, 9-й. Атай Жакубаев, 13-й. Канат Акматов, капитан команды 18-й. Саламат Мамедалиев, 19-й. Владислав Геращенко, 20-й. Сергей Чикишев, 22-й. Джигишбек Садыков, 23-й. Бриджан Куламбекулу, 17-й. Джанаш Курентеев, 24-й. Назар Исаков, ну и 5 номер Куванышбек Курентеев. Главный тренер команды Владимир Сало. Ну и, конечно же, состава Абдышты, это гостей, ознакомит мой коллега Адилет. Рахмат Азрет. Абдышта командасын курамы төмөнкүдө. Калысбек Акималиев, 1-й. Голкипер, 4-й. Жана команда капитаны, 4-й. Данила Сакирченко, 10-й. Элдияр Сардарбеков, 17-й. Дмитрий Кузякин, 19-й. Аманбек Маныбеков, 22-й. Манас Карипов, 45-й. Алирева Олувасын, 70-й. Атай Джумашев, 23-й. Андрей Кухаронок, 67-й. Айдар Магиталиев, жана 47-й. Инком Кельвин. Мына ушундай урам менен жаңыдан ушу командага кошулган жаңы баштоочусу Валерий Березовский. Бүгүнкү беттеш аутсайдер фавориттин беттеши десек болот, анткени Абдышата 3-чү орунда, Карабалта 4-чү орунда. Жана ошол эле кезде айта кетчү нерсе, эки команда тең баштоочулары жаңы дебютанттар топ лигада. Бул Валерий Березовский Абдышатага жакын эле башкы баштоочу болуп келди. Ал эми болсо ушул жумада дагы чоң алмашуу болду Карабалта командасында. Владимир Хорошуновдун ордуна мына жаңы баштоочусу Владимир Сало келди. Демек эки жаңы баштоочулардын беттеши десек болот. Көрөбүз эми кандай өзгөртүү киргизди. Бирок эми бир беттеште эле чоң өзгөртүү киргизиш өтө оор, ошондуктан бизге таанымал болгон, бизге жакын болгон эки команда мурдакы оюндарын көрсөтөт болуш керек. Бирок ошол эле кезде эки жаңы баштоочунун өзгөрүүлөрү бар, тагыраак ушу Абдышатада көбүрөөк өзгөрүү бар курамда. Андыктан көрөбүз Валерий Березовский кандай өмүртө беттешке даярдык көрдү, кандай өмүртө командасы оюнду улантат экен. Анткени билебиз, жакында эле Бишкек шаарында өткөн 23 жаштар курама командаларынын ортосундагы Азия чемпионатына тандоо турунда биздин курама жаштар курама командасынын башкы баштоочусу дал ушу Абдышата командасынын баштоочусу Валерий Березовский болчу. Ошондуктан күтөбүз Абдышата кандай оюн көрсөтөт. Сол канаттан узатылган топ жана бул аракетте Абдышата эч бир жыйынтыкка келе алган жок. Шерзот Куджаяров топ менен. Акыркы 3 беттеште Карабалта жеңишке жете элек. Экинчи бөлүктө 11-чи турда, 12-чи жана тагыраак 2 турда, 11-чи 12-чи турда Абдышата, тагыраак Карабалта өз саласында бир да жеңишке жетсе элек. Андыктан өз саласында өзүлөрүн көрөрмандардын алдында упай алганга аракеттениш керек. Сол канаттан Келвин Инко Абдышата чабуулда жана 1-чи корнер, 1-чи бизде куштан чыгарып берчү топ. Андыктан күтөбүз. Сегодня так называемое возвращение на СК Манас точно Олувасин Алириева, потому что в свое время он играл за Карабалту. И вот сейчас он возвращает цвета Абдышаты и посмотрим уже, как получится у него на своем бывшем, так сказать, стадионе себя проявить. До этого он простреливал на КК
пришел помочь своим партнерам еще один удар. То есть, у вас, наверное, мы видели. Снова. Еще одна атака будет. Манабеков. Простреливает штрафную и сбивает такие мячи. Фиксирует свои руки. Да, на самом деле, с приходом Владимира Слова, скорее всего, как многие считают, в Карабалте поменяется. Политика немножко поменяется, игра, суть игры. Но все-таки тяжело будет снова войти в этот сезон, после этого отдыха. И, конечно же, многие болельщики Карабалта надеются, что все-таки получится. Может быть, даже сейчас этой атакой уже ознаменуют все действия. Нет, не получилось. И там нарушение было со стороны Атая Джакубаева. Именно он на правом инсайде. Реально, болельщики отошли, приехавшие из Канта, болеют своих ребят. Ну и в городе Кант также они себя ведут очень громко. И вот сейчас пока никуда не спешат, темп игры. Не сказать, что очень быстрые, скорости такие высокие. Поэтому это на руку больше отошли. Они сейчас стараются больше мяч контролировать. Но Карабалту нужно, конечно, включать скорости, попробовать себя именно на острых атаках. Конечно же, побольше побить сдалека. Потому что сдалека, понятно, есть шанс забить. Но в воротах вот точно стоит Казбек Акималиев. Кстати, очень хороший вратарь. В матчах против первом туре, точнее, в первом круге против Дордоя он хорошо играл. Но вот последние уже вот два круга от Дордоя пропустил 6 голов, по-моему. Қандай болсын, бұйылқы топлиган сезонның ашылысы деп айтып жатады. Қалыс Акималиев туралы, Қалыс Акималиев ұшырда Валерий Кашулы, Павел Матяш менен қошу өзгеректі ұлттық құрама командалысына шақырылуда. Атықтан ұшу бізде қалкепермен алдыққы бір 10-15 жыл мәселе бол бос керек. Бұл туралыда мен естештеріміз өштігілік. Шындығыда қалса мен Акималиев мұқты қалкеперлер таланту жаш дарбасыларын бері. Атықтан бүті Садышата топменен Келвин Инком шығарылған топ, бірақ топ жеткен жоқ. Жаңа дайрексіз шығарылған топ. Бүгін жақсы ауарай десек болсын бол үшін күн бүркен, қысық емес, болғын ғана 20 градус, плюс 20. Қарабалтада ұшылықтан көп футболшылар үшін өте бір ыңғайлы ауарай десем тура болады. Да, на самом деле, футбольная погода, атмосфера также. Еще пока Апашина большую часть времени находится на площади, пока что не открыт. А замена тоже отметим, на самом деле. Если говорить о Карабалте, то сегодня Айбек Азбекулу остался в запасе. Ну, как джокера, возможно, его решил Владимир Сало приберечь. У него хорошая скорость, удар слева, мы знаем, и, конечно, он будет настоящим усилением для Карабалты. Ну, а у Адышты Иван Филатов может появиться во втором тайме. Иван Филатов и Сутомбек Мумунов также могут усилить игру. Ну и, конечно же, про Замира Молтоева не забываем из Карабалты. Также себя хорошо проявляет. Ну и вообще, если говорить уже об этой игре, то, конечно, больше здесь на эмоциях можно, в принципе, вытащить себе мяч хозяева, потому что соперник тяжелый, прям очень непростой приехал. Да, последнее поражение против Дордоя немножко, может быть, сломило команду. Поменяли тренера, и вот, как мой коллега ответил, сегодня будет битва двух новичков, битва двух новых тренеров, Владимира Сало и Валерия Березовского. Здесь нарушение правил было зафиксировано в центре поля против Джаныша Курентеева. И Биджан Курмамбекулу будет навешивать поближе к штрафной. Это вот шанс. Там Геращенко нужно побороться с его габаритами. Нет, не смог, поскользнулся. На опережение сыграли игроки Абдышаты. Кузякин отыгрывает направо. Нет, не успели. И вот так приходится Биджану отыгрывать еще подальше. Нет, все-таки максимум извлекли из этого футболиста Адышаты. Отлично здесь с эпизодом справился Манас Карипов. Правый латераль Адышаты. Точно Лирева поборолся. И нет нарушения правил, можно играть. Чисто отбор, по идее, был. Но судья зафиксировал нарушение правил. Тимур Файзулин сегодня в качестве главного арбитра. Отбор продемонстрировал Назар Исаков. Мяч потеряли снова хозяин. Кузякин нам забил. Сакельчик играл недавно на отборочном матче, в отборочном цикле за молодежную сборную нашу U19. Там отыграл. В принципе, не сказать, что прям хорошо все отыграли, но довольно-таки неплохо на самом деле.
Юмашева и Нарфуса. Вот Бекджанов Фрикеев. Бекджанов много голов. Пока что жақсы ойынын таптан кере ФНЛ-дің клубтары қызығып отыр дегенде имиштер болған индиялықтар ошын ошыр кезде Кристиннің жаңа машықты жол келгенде дордойға масе тымдай шыққанда ең бір башқы приоритетті ұшы айтқан жетекшілікке дордой жетекшілігіне сөз түрде Аманбек Манбековті алыш керек деп бірақ Қабдыш ата Манбековті сатқан жоқ жайқа трансферді ошондықтан еңкі сезондан бастап Манбеков мұнан да жақсыртылған мүмкіншілік менен жақсыртылған келісім менен ойын жүргізуші қандай болсын азырынша Манбеков Қабдыш атадан ойнауға тура өйткені дағы ойын практикасын топтош керек тәжірибе топтош керек андан соң басқа күшті командаларға түсөт чабуылда Атай Жумашев оң қанатта Қабдыш ата сол қанатқа жоқ алыс Шерзот Қожаяров өз орнында Алери Волувасынға бағытталған топ ошол кезде Атайдын жанында Келвин Инком дагы бар болчу бирок топ берилген жок Каравалта топ менен. Адилет, вопрос такой вот уже по истечении 10 минут матча. Какой рисунок игры склался, по твоему ощущению? Какой рисунок игры уже складывается, по твоему ощущению, спустя 10 минут матча? Эми чындыгында мен күткөндөй эле фаворит катар Қабдыш ата биринчи номер менен ойнойт. Карабалта командасы азырынча эч кандай чабуулга мүмкүнчүлүгү жок. Тагыраагы фланктар начар иштеп жүрөт. Ошол кезде жарым бөлүктөн брактар көп. Ошондон улам контр чабуул менен ойносо туура болот болуш керек. Бирок ыкчамыраак ошол кезде позиция алмашуу, позиция менен чабуулга чыгуу, позициондук оюн менен Қабдыш ата күчтүрөөк. Анткени үч коргоочу, жарым бөлүктөн төрт жарым коргоочу. Ошондуктан топко көбүрөөк ээлик кылган Қабдыш ата. Мына ушундай анализ кылсак болот алгачкы бурчтан чыгарып берген тобу Карабалтанын соку жок. Жеңишбек Сыдыков вся головой отыграл бой получил. Так, также по расстановке на самом деле у Абдышата хороший расстановка. Карабалтем более приближенная позиция, но тоже есть свои сюрпризы. Четыре защитника чистых, один опорный полузащитник, двое играют в центре, это Курикеев и Мамид Алиев. Чисто вингера, это Исаков и Джакубаев. И вот низ нападающий наконечник, это Геращенко. Вот на Геращенко надо почаще играть. И самому Геращенко нужно побольше открываться. Вот эти передачи своих партнеров. Алами, мага чындыгында ушу Қабдыш атанын тактикалык түзүлүшү жагат. Анткени үч коргоочу, эки жарым коргоочу коргоону бөлүгүнө көбүрөөк маани берген. Эки латераль бар. Эгерде Карабалта чабуулга чыкса, Қабдыш ата моменталдуу түрдө беш коргоочу өтөт. Эки латераль артка чыгып ошондо. Ошондо беш коргоочу ошол эле кезде эки жарым коргоочу коргоону бөлүгүнө көбүрөөк барган. Ошондо жалпы жолунан коргоону бөлүгүндө 7 оюнчу бар. Бул албетте өтө чоң көрсөткүч, өтө чоң. Мындайча айтканда жыйынтык ошондуктан Карабалтага гол кириш өтө оор болот. Чабуулда ошол эле кезде латералдарга жардам берген Атай Жакыпбаев борбор бөлүктө жана чабуул эки чабуулчу Инкум Келвин жана Алери Волувасын. Эми чабуулдагы ошол эле кезде коргоонудагы баланса десек болот. Бирок коргоону бөлүгүндө көбүрөөк оюнчу бар. Ошондо мен кандай нерсени түшүнсөк болот? Қабдыш ата ушу көбүнчө контр чабуул менен ойночу командалардын бири десек дагы туура болот окшойт. Эми мы сейчас нужно игру успокоить Карабалте, вот они это и делают. Начали перепасовку, и вот уже есть брак. Плоды. Уже есть плоды, уже меньше брака, и второй гол зарабатывают именно из-за того, что идет игра в пас на самом деле. А до этого мы видели такой более британский футбол. То есть навес поближе к штрафной, и там уже борьбу для Геращенко и для Назара Исакова, конечно же. Ну а вот теперь есть шанс Бекжан Курмамбекулу. Ну мяча.
и будет подавать сей корнер. А Геращенко в штрафной также. Холмшбек Куренкей побежал высокоросло, но вот так вот отбивается. Катарчане и... Ой-ой-ой! Перекладина! Чуть было курьезный гол не случился. Ворота Калазбека Кемалиева, но все-таки повезло катарчанам. Пока что самый опасный момент, кстати, создали хозяева вот именно. Перекладина была. И там нарушение правил было против Атая Джумашева. Зафиксировано. Карипов. Разыгрывать будет. Это штрафной решил через центр на Данилу Сакирченко. Скорее, Сакирченко на Манабекова. Манабеков. И пока на этой линии хорошо себя проявляют карабалтинцы. Поборолись за мяч и заработали аут. Заработали аут для своей команды. В частности, это сделал Атай Джакубаев. Вброс из аута. Там у вас на лиривый поборолся, сам тащит мяч. И атака близко снова захлебнулась, но продолжается вторым темпом. Не было там нарушения правил, а вот теперь сейчас уже Тимур Файзурин фиксирует данные нарушения правил со стороны карабалтинцев. Дмитрий Кузякин у мяча. Вообще в команде должен быть такой игрок, как Дмитрий Кузякин. Опытнейший, который может как-то собрать всю команду воедино. Карабалтинцев в основном молодежь играет, и на самом деле, может быть, с одной стороны не хватает такого игрока опытного, который может собрать всех воедино, но я думаю, через год, через два уже вот эти молодые ребята, они уже наберутся опыта и будут бороться за самые высокие места. Поэтому не зря болельщики МФК Карабалта верят мне. Чынтыда душа та команда нас назарынча лидер жок. Иван Филатов чынтыда лидер. Болчу ойынчылардын бири, анткени ошол эле тажрыйба боюнча Иван Филатов лидердин ролуна жарайт, бирок биз көргөн бүгүнкү беттеште Филатов жок. Бирок эми Филатовду деле мындай көзгө аябай жакшы белгиленген мындай чыккана лидер катары айтсак деле айтканга деле бир аз андай деле эстесимде болот, анткени биринчиден Иван Филатов быйылкы сезон деле кошулду. Жалпы жөнүнөн командага жакшы сиңеди. Ага чейин Абдышатада бир да лидер жок болчу. Ошондуктан лидер маселеси бар Абдышатада. Оюнду кармап, оюнчуларды алга сүрөп, команданы алдыга сүрөгөн оюнчу керек. Кандай команда болбосун. Карабалтада лидер тууралуу айта турган болсок, бул албетте Сергей Чикешов. Чындыгында мүчтөрдө тажрыйбалуу оюнчу, көптөн бери ошо Кыргызстан футболунда ойноп келет. Кыргыз футболунда. Ошондуктан Карабалтада лидер менен маселе жок десек да туура болот. Ну, сегодня, кстати, он в обороне за Карабалтын. Хотя в свое время играл, мягко говоря, не в обороне. Но кто знает про него, конечно же. И на самом деле одним из лучших он был в свое время. Но вот сейчас такое бывает. Помнишь, Лотер Матеус играл в Интере нападающим, бомбардиром, потом стал сборной Германии защитником центральным. Так что уже не впервые такое встречается в этом, в нашем, вообще в большом мировом футболе. А справа начинает атаку карабалтинцы, Геращенко мяч теряет, Кузякин хотел отыграть, Кельвин Винком подключает Карипова. И мяч проходит далее. Хороший момент есть, удар. И все-таки не точен был удар этот от Андрея Кухаранака. Кстати, номинировался, может быть, на роль лидера Олвас Алирива, но нестабилен. Бывает, игру дает вообще шикарно, бывает провал. Так что пока он не такой явный лидер, конечно, в Абдышате. И вот Курманбекулу зарабатывает, а вот сам же будет его бросать с левой бровки. Вот до этого плотнее играли. Карабалтинцы сейчас чуть пошире, игра у них пошла. Чуть пошире играют, но вот пока все равно владение мячом на стороне катарчан пока что. Сакирченко просит поближе подойти к партнерам. Только сейчас он отыгрывает дальше на Карипова. На Джумашева перевод был от Карипова, но не точен все-таки. И снова Бигджан Курманбекулу выбрасывает мяч из аута. Поборолся здесь Дмитрий Кузякин с Джанышем Куренкеевым. И потеря состояла в центре поля, но успели. Да,
итоге, друзья, стартовал еще английская премьер-лига, только-только вот вчера. Ну а у нас футбол, сезон футбольный в самом разгаре, на самом деле. У нас самый важный матч еще впереди. И уже вот кульминация скоро наступит чемпионата. Атанасий Машев справа, один здесь его Назар Исаков встречает. На Карипова отыгрывает, Манас Карипов на штрафную. И ой-ой-ой, опасный момент, и Шерзот Худояров. Там, кстати, офсайд был зафиксирован у Келлана Инкума. Но момент опасный был, все-таки немножко тревожно стало за Карабалту. Уже около 20 минут прошло в этом матче. И, конечно, скоро-скоро мы перейдем за экватор первого тайма. Шерзот Худжаяров топ-менен. Биринчи топ-то. Амшата қайрадан чауылға. Амшата чығып жатқан кезде, бірок Қарабалтаның ақшам әрекетінен топты өз жарым бөлігінен алсақтан жетісті. Жиана қайрадан Шерзот Худжаяров ойынға қосылған арғас болуда. Тамкене чауылдың артынан чауыл ұйыстырып жатқан Амшата азырынша өте бір агрессивті түрде қысым алып жатады десем де тура болады. Сондықтан біраз позициялар чойыш керек. Фланктар чойып топты көбірек ұшу. Фланктар мен ойнасу ошол кысымда калып өтүш керек, анткени борбор бөлүктө төрт жарым коргоч бар, ошондон улам дагы Дышата өтө бир кысым менен ойноп аткан кези стандарт кабал бизде ойно эжеси бузулду. Кузякин, Манас Карипов кайрадан борбор бөлүккө. Катаанчылык топ менен Геращенко эртерээк чыгарыш керек. Ай-ай-ай, кандай мүмкүнчүлүк эле. Вот так вот упускает момент Геращенко. Мог бы подождать справа, там подключался партнер и слева также, но потерял мяч, и теперь уже все это кануло в лету, что называется. Джанаш Куренкеев отдал передачу в центр. Джингишбек Судыков. Далее передача справа. Хорошая атака потенциальная. Намечается там. Геращенко открывается на него. Передача сильна слишком была. Назар Исаков не успевает, потому что Манас Карипов здесь остался. Атаджумашев пропустил мяч на Кузякина. Судыков не успевает. Здесь убегает Атаджумашев сам. Налево передача. Не точно, кстати. Справа там открывался Кузякин, хотя. Ой-ой-ой, какой момент, какой. Шанс, может быть, у Абдышты возникнуть, сейчас нет, все-таки отбивает карабалтинцы. Великолепно Кулашбек Куренкеев это сделал. Ну и показал нам чудеса дриблинга Эльдияр Сардарбеков, кстати. Чуть было не обвел всю команду сейчас. А Геращенко его активе упущенный момент. Хотя там подарочек сделали на торчане. Снова перехват может состояться. Отбиваются гости. Гиджан Курмамекулу. В центре передача. Саламат Мамедалиев и штрафной. Штрафной. И Андрей Кухаранак здесь фалит. Ворона, точнее. Таджик Абаев отдал через ближнего. Снова Таджик Абаев. Под себя мяч убирает. Снова назад. Игра на третьего на Садыкова. Садыков не успевает. И Кузякин вот так выбивает мяч в аут. Канат Акматов будет бросать мяч из-за пределов поля на Таджика Баева. Акубаев борется и... Нет, пока не будет углового. И Джанаш Куренкеев оставил мяч для того, чтобы с аута подали его. Ну, игра, в принципе, смотрится хорошо. Команда двигается, и скорость, в принципе, уже начинает наращиваться. Другое дело, на весь матч хватит ли вот при таком темпе двигаться? Потому что очень рьяно они идут и в стыки, и скоростные прорывы. Биджан Курмамекулу передача была, но там рикошет был. Алириева. Сардарбеков не успел убежать. А это нарушение правил. Это желтая, кстати. Это опасно было сыграно. Джингишем Сыдыковым против Манаса Карипова он сыграл. И очень жестко, кстати. Не зря сейчас Тимур Файзулин вытащил горчишник. Надо поаккуратнее теперь быть, потому что есть уже одна желтая карточка. Потому что следующее предупреждение примерно такого ранга уже может стоить удаление молодому игроку Карабалты.
Роман Манабеков. Давненько Манабекова мы не видели сегодня. Решил отыграть на Сакирченко. Сакирченко сам тащит мяч. Далее Сакирченко бежит. И у него перехватывает мяч Геращенко. Решил Геращенко сам с мячом не возиться. Передача направо. Вот теперь потенциально хорошая атака может быть. Но зачем пас в касание отдавать в той ситуации надо было. Джакубаев на Джигич Хурикеев. Хурикеев назад только лишь отдает. В касание передача. И вот так вот. Теперь картина меняется. Теперь уже Карабалта больше владеет мячом. А Абушахта в основном предпочитает играть на контратаках. Карабалта азырынча ойнун таваллексик болот быйылкы сезондо. Мисалы өткөн сезондо жакшы, мындан күчтүү оюн көрсөтчү чындыгында. Ал ким бирок эми ал кезде Виктор Кейн. Да, поопытнее были, конечно. Ошол эле Ковалёв, жакшы чалуучулар бар эле. Быйылкы сезондо такыр мындайча айтканда Карабалта тишсиз көрүнүп атат десек да болот. Анткени жалгыз чалуучу Геращенко эч бир ийгилик көрсөтө албай жатат. Анткени биринчиден жалгыз оор ошол эле кезде техникалык жактан Геращенко өтө эле күчтүү эмес. Ошондуктан Карабалта дагы оюнчуларды алыш керек окшойт. Анткени мындай курам менен, мындай оюн менен ийгилик көрсөтүшү отуу. Мисалы ошол эле Нефчи саасат болмосок, Нефчи мыкты оюн көрсөтүүдө. Алай турбалы ошол эле кезде Дордой менен тартыптуу түрдө оюн көрсөтүп коет. Акшатаны жеңип алган. Андыктан быйылкы сезондо Нефчи чоң бир жаңылык кылды десек болот быйылкы сезондо. Еще плюс на самом деле смена поколений очень болезненно идет для Карабалта в этом году. Может быть, в следующем году уже немножко притрутся друг к другу игроки, пару трансферов руководство сделает и, как ты сказал, заиграет уже. Хотя бы как в прошлом сезоне, как минимум. Помню матч с Алдиером, когда здесь Карабалта проиграл 1-0, потом выиграл 10-1. 10 безответных мячей забили, и на самом деле это было уникальный такой случай. Проигрывая волевую победу, сделать 10-1. Вот так Карабалта на самом деле была очень боевая. Да, смена поколения болезненно пока проходит, но есть талантливые игроки. Немножко вот этот сезон надо друг другу притереться, набрать опыта. И я думаю, в следующем сезоне побороться ну хотя бы за тройку. И что тут Худжаяров далеко упинывает мяч, выбрасывает, а вот здесь Геращенко не успевает, конечно. Калсаки Валиев. Рядом. Айдар Мамбиталиев. Калсаки Валиев. Эртере Кошкирев. Айдар Мамбиталиев. Манас Карипов ачык жок. Борбор берип менен катачылык. Геращенко, Айдар, Манас Карипов, Кельвин Кук, жок, топ жеткен жок. Калсбек Акималиев. Топ берип турган. Калс Акималиев. Айдар Мамбиталиев. Данила Сакирченко, Данила Алтынгөздөй, Кельвин Нкунтойчу күрөшкөн. Жок, Карабалта шаршоочтордо топту Алтынгөздөй багыттады. Топ менен Адышата. Аут. Аут абалы Карабалта. Топту сакталган жок. Дагы бир аут. Экинчи кабатта биринчи Карабалта. Карабалта чабуул жасоо аракетинде. Стандарт кабал. Оюн эрежеси бузулду. Жаныш Куренкеевке каршы оюн эрежеси бузулду. Стандарт кабал, топ менен Карабалта. Башкы калыс Тимур Файзулинди ышкырын күтөбүз.
Борбор бір көтерген топ, соққы жоқ, соққы орын алған жоқ. Саламат Мамбиталиев, қайрадан артқа шығарылған топ, сол қанатқа Саламат Мамбиталиев. Сақтас керек еді, топты сақтас керек болшы, аут. Атош, атош. Аут алалым. Да, не может Геращенко пока пристроиться к мячу. Так, спокойненько, иначе отбирают игроки Абдашиты. И снова очередной аут зарабатывает карабалтинцы. Гиджан Курмамикулов выбрасывает мяч из аута. Снова на Геращенко. Алирева пришел помочь команде своей. Снова Гиджан Курмамикулов. Денгизбек Садыков пробивает сам. Ну, есть потуги, конечно. Для статистики удар был больше, но плюс на удачу еще, возможно, и закатится ворота. Уже около получаса игры прошло. Конечно, в перерыве, я думаю, Владимир Сало даст указание РФКК работать для того, чтобы чуть более острее атаковать. И со стороны все-таки тренерской, именно со стороны тренерского глаза наиболее виднее. А здесь точно у вас на Лерева фалит. Тактический фол он изобразил, притормозил атаку карабалтинцев, и теперь приходится начинать все сначала. Вон Ачбек Куренькиев будет мяч вводить. Штрафного. Через вратаря сыграл, через Шерзода Худжаярова. Худжаяров направо. Сергей Чекишев снова назад, и снова Шерзод Худжаяров. И вот так Кирилл Инкому прессингует, очень рьяно. Некий квадратик решили поиграть карабалтинцы. Куренькиев. Джанаш Куренькиев мяч не смог сохранить и пытался здесь прорваться. Далее игрок Абдышиты, но не получилось. Это был Сардарбеков, кстати. Хороший дриблинг Сардарбеков. До этого он тоже показал не раз. И в предыдущих играх за Абдышиты. Дмитрий Кузякин. Исполнять будет все штрафной. Очень опасно, кстати. Но высокорос игроков в защите у Карабалта хватает, поэтому отбиться можно. Геращенко пришел помочь. Стет на Геращенко нужно больше на второй этаж подавать. Его габаритов он может побороться и забить гол именно головой. Либо же как-то проткнуть мяч. Сергей Чекишев. На Геращенко набрасывает. Нет, там снова не успел Геращенко за этот мяч побороться. Снова Чекишев. Ну, конечно, для людей, наверное, нашего возраста имя, значит, фамилия Чекишев говорит о многом. Конечно, когда, помните, играл клуб Рор-Гвардия в топ-лиге, тогда еще назывался Высшая лига Кыргызстана, и тогда Сергей Чекишев. Скапово был, фарм-клуб был. Потом Скашуро назвали. Тогда авиатор. Да, авиатор. Карабалта была химиком. Химик, потом КВТ Динамо. Азырдале химик бар, чынгына Карабалта команда шарында. Химик командасы. Был ветерандар команда. Да, ветерандар. Да, это тот самый химик, который был как раз таки. Потом КВТ Динамо назвали. Карабалта командасын тарихы екі бөлді. Бұл химик деген тарихы. Типасы химика. Жана, жаңы бізден уақыт, заман бап уақыт Карабалта команда. И заметь, химик, потом КВТ Динамо, потом Джаил Батыр называлась также команда. И потом уже вот МФК Карабалта, когда стал муниципальным, официальным уже. Ну и прекрасный стадион, спортивный комплекс «Манас». Здесь, конечно, кроме футбола есть очень много секций различных. И борьба, и бокс. И бирманский бокс здесь развивается, кстати, у нас. Виктор Мангиев, кстати, приходил на эфир к нашему коллеге Бексултану Синалиеву. Тоже вот развивает бирманский бокс здесь. И очень много различных видов спорта также. Легкая атлетика также здесь развита. Но, кажется, все любят футбол. И сейчас вот видим, как болельщики все больше и больше приходят на стадион. Ну, а это неточная передача на Бигджана Хурмамбекулу была. Если бы поточнее, то там разгонять можно было атаку левым флангом. Снова Бигджан Хурмамбекулу на опережение. Назар Исаков не успевает. У Валерия мяч отобрали. В центре передача Садыков. Садыков направо. И Джакубаев хотел Буатенга изобразить сейчас, но не получилось.
Пока флангами атакуют Иры и Карабалты в основном. Через центр тяжелее даются атаки. Алирива поборолся. Мозбек Меткеев назад, Сергей Чекишев. Чем был лучшим бомбардиром кыргызского футбола вообще, кыргызского чемпионата высшего дивизиона, тогда еще так называлась Топлига. Но сегодня играет в защите. Ой-ой-ой. Опасный момент, кстати, был. Жестко там Келвин Инком сыграл против Шазода Худжаярова. Извиняется перед вратарем Карабалты. Ну, игровой момент. Стык был игровой, конечно. Но все равно так можно нанести травму. Чего не скажешь о том моменте, когда нашего Антона Землянухина сбил индийский вратарь. И как раз таки Антон Землянухин, если даже к этому матчу будет в тему сказать, потому что он начинал как раз таки играть за Карабалту в свое время. Свою карьеру здесь начинал. Большую футбольную карьеру. И вот там, помните, вратарь сборной Индии просто взял да и снес нашего плеймейкера. Довелось мне с ними тоже поиграть против них, когда играл я тоже в Карабалте, но это было в далеком-далеком детстве. Но вот эти ребята на самом деле выделялись уже с малых лет, и тогда при Давыдове вот такой тренер тоже очень хороший, сейчас его, к сожалению, с нами нет, тут Давыдов как раз раскрывал их талант. И потом они оказались уже в других клубах в Бишкеке, и затем уже стали легионерами, и вообще в сборную вошли, конечно же, и теперь радуют своей игрой. 35 минут игры прошло, 36 минута идет, и пока Бишкек не атакуют последние минут 10, так, может быть, сейчас они попытаются, нет, Курмамбек Улубекджан зарабатывает аут, от Дмитрия Кузякина иначе ходит за пределы лицевой линии. Вот Назар Исаков рядом с ним стоит, нет, решил подальше на Геращенко сыграть. Геращенко сохраняет мяч для своей команды. Назар Исаков не успел здесь сыграть. Снова мяч у Геращенко. Вот Геращенко в центре бы отыграть, да, правильно. Денис Сидыков еще шире бы. А нужно разогнать диапазон атаки. Атать Джакубаев. Джакубаев. Прострел штрафную, ой-ой-ой, опасный момент был. И Данила Сакирченко здесь выручает свою команду. И угловой зарабатывает карабалтинцы. Это может быть опасно. Все ближе и ближе к концу первого тайма. Все более яростнее ведут свои атаки футболисты МФК Карабалта. И Бекжан Курмамбекулу, штатный вообще человек, который исполняет угловые, исполняет штрафные, штатные. Человек именно в стандартном положении. Давай штрафную, ой-ой-ой, Куазбек Куринкеев выпрыгивал, в принципе, хорошо, в ту зону бежал, куда нужно, но мяч немножко выше пошел. Салман Мамедалиев, Назар Исаков. Назар отыгрывает далее на Геращенко, но не точно. И снова высокий прессинг врубают футболисты Карабалты, но вот так вот приходится теперь к Бекжану Курмамбекулу уступать борьбу и мяч выбивать подальше. Атаджумашев, Алирива. Алирива сам тащит. Уходит он от Куазбека Куринкеева и аут зарабатывает карабалтинцы. Так что ничего хорошего не извлек из этой атаки. Точно Алирива. Алирива, точнее. Теперь вот вся шире атаки переместилась на левый фланг у Карабалты. До этого атаковали правым флангом в основном, теперь через левого в основном пытается. Потому что здесь штудирует эту левую бровку Назар Исаков и Бекжан Курмамбекулу. Ой-ой-ой, по звуке была хороша передача, но вот по исполнению немножко не получилось. В подкате сыграл Бекжан Курмамбекулу. Вначале в мяч, потом сбил уже Натая Джумашева. Это все будто бы Абдуштан никто не спешит по игре. Попытались они забить быстрый гол, не получилось. И вот сейчас пока так темп сбавляют, а Карабалта наоборот напрочь ускорила свою игру. Другое дело, не все получается.
Юсуф Худжаяров играет на Кожбек Куренкеева. Куренкеев длинный перевод на правый фланг. Там Аман Маныбеков. Кингиш Куренкеев сыграл, Соломон Памиталиев. И его придерживались. Конечно, это нарушение правил стопроцентное от Андрея Кухоронака. Ачбек Куренкеев, жок, топу ойнган. Курманбекулу Бекжан кошот. Курманбекулу Бекжан, оманан кагат орулган топ. Топту Карабалта сактады, жакшы мүмкүнчүлүк жок. Сок ордалды, бирок дарбазанын сыртынан келди десек да болот. Эми ошо Калысбек Акималиев топту ойнга кошот. Биринчи тайм аягына да жакындап калды. Болгонуга да 5 мүнөт калды биринчи таймдын аякташына. Андыктан силер менен чогуу дагы бул кызыктуу беттешке дагы 5 мүнөткө болобуз. Что ж, будет гол в раздевалку или нет? Хорошо. Башка интрига. Когда ким киргизет? Да. Потому что обе могут. Нет явного сейчас лидера по игре. Если в начале матча обычно считалось фаворитом встречи, а вот по игре мы видим то, что и карабалтинцы начинают показывать свои зубы. И один из самых опасных моментов был удар в перекладину. Может быть, даже курьезным в некоторой степени, но он был. Это факт, стоит признать это. И плюс Геращенко там тоже момент мог создать, но упустил его, к сожалению, для карабалтинцев. Ошибается передача, но здесь подстраховали партнеры. Акималиев. Айдар Мамиталиев отыгрывает далее. Так, Карипов, Карипов снова с Мамиталиевым. Ой-ой-ой. Теперь же карабалтинский Мамиталиев поскользнулся. Саламат. Дал передачу хорошую. На Джакубаев. Джакубаев на Сыдыкова играет. Сыдыков. Справа на фланге. И штрафной зарабатывает Сыдыков. Что же извлекут? Кто будет подавать? Либо дождется Куромбекулу. Пока я отмечу у Карабалты Бекжана Куромбекулу. На самом деле, пока без ошибок он играет и создает моменты, отдает передачи. Меньше врагов у него в его действиях. И в отборе хорош, кстати. Левый латераль, левый защитник карабалтинской команды. Вот шанс есть теперь. Дальний штрафной. Геращенко поборется, нет. Не успевает снова. Чикишев поборолся с Келлоном Минкомом. И вот на Алириву Минком сразу выбрасывает. Оттеснили его вдвоем здесь игроки Карабалты, и Джанш Куренкеев мяч отправляет в аут. И успели возвратиться теперь игроки Карабалты, конечно. Теперь забить сложнее будет. Гол, друзья. Седует Тимуру Файзулину, что там было нарушение правил, но гол есть гол все-таки. Гол засчитан. И посмотрим, конечно. 43-й минут. Перечтаем 43-й минуту, да. Гол жаралды. Есеп саны бизде 1-0, а Абдышата алды да. Ким кетилген? Жакшы көрө албай калды. По-моему, Жанша Куренкеев мяч попал. Он не упал краски после этого, после борьбы с игроком Дышты. Албетте, голкиперден күнөсү Шерзот Кудайровтун. Занял позицию, конечно. Позиция на первое место, да. Голкипер должен надеяться и знать, что вот такие моменты могут быть. Не ожидал совсем, совсем не ожидал. Хотя стоило бы. Ну ничего страшного, в принципе, еще есть целый тайм. Даже сейчас можно что-то извлечь из этой атаки. Мамиталиев. Мамиталиев, это штрафной. Это шанс сравнять счет. Под занавес первого тайма 43-я минута заменилась голом, а вот уже за практически полторы минуты до конца, карабалтинцы получают шанс забить ответный гол в ворота Абдышаты. У мяча Саламат Мамбиталиев.
высокорослые игроки Карабалта сюда пришли. Тот же самый Куланчбек Куренкиев, Геращенко. Наверное, штрафную. Ой-ой-ой. Мяч с лишней стороны сетки попадает. Акималиев никуда не спешит. Вот так вот усыпляли бдительность карабалтинцев кантовчане и с углового смогли забить с помощью автогола. Карипов топты ұшып алды алды. Бірінші тайм аяқтап қалды, ақырқы жолдардың бірі. Қанша уақыт қошып болды екен, ашып кетсе бір екен, қошып кетсе. Же қошып қойып отыр ақырында. Манас Карипов. Жарма топ, қолу басын, Алирева жоқ. Сол қорғалған жоқ, қолу басын, топты шығарыш керек. Ай-ай-ай. Бор-бор бүрікке келвін инкум жана соққы жақсы. Ойы жақсы олчу, аракеті жақсы олчу, бірок албетке мұндай авалда тамай соққы зат сөйті ор болчу. Тимур Файзулин ұшқырымынен бірінші тайм жетіп талды, есеп саны 1-0 алды да Абдышата. Неше қалыстауайбысы, қысқа мөтіктің оғдан кейін біз беттеште қайрыдан ұлантамыз. Баруыңыздар, ұрматты замандаштар, біз қайрадан өз ефірі ұстылайбыз, сесіңіздер сала кетері. 13-ші турдың алқағында, Қарабалта шарында топлиган беттеш ұланып жатқан кезе, Қарабалта командасы өз таласында Абдышата командасының қалып жатқан үшіру. Есеп саны бірінші таймдан кейін 1-0 алды да Абдышата. Сіздерді дароле командаларын құрамдарымен таныстыру өтілі. Қарабалта командасы төменкі құрамменен 70-ші қатарсанда легионер, голкипер Шырзон Құржаяров, 9-ші Атай Жақыппаев, 12-ші команда капитаны Қанат Ахматов, 18-ші Саламат Мамбиталиев, 19-ші Станислав Геращенко, 20-ші Сергей Чикишев, 22-ші Тегішбек Сыдықов, 23-ші Құрматы Кулубекжан, 17-ші Түрке Жаныш, 24-ші Назар Исаков, 5-ші Қуанышбек Құринке. Башы-башы Құрысо, Владимир Салон. Алмей Орсо, қарсыластардың құрамы, менгеспешім Азірет Аншырды. Спасибо, Адилет. Состав Абдышаты, номер 1-й, воротов Қалызбек Кемел. Акималиев, 4-й, Данила Сапирчика, 10-й, Эльдиар Сардарабеков, 17-й, Дмитрий Кузякин. 19-й Аман Манабеков, 22-й Манас Карипов, 45-й Олу Басын Алирива, 70-й Атай Джумашев, Андрей Кухаранок играет, Кухаронок, точнее, играет под номером 23-м, 67-й номер Айдар Мамбеталиев,
и 47-й Келвин Инком, главный тренер команды новоиспеченный, также Валерий Березовский. Ну что ж, можно перейти по первому тайму. Там, кстати, лежит игрок Карабалты, пока судья внимания не обращает. И вот так вот Бекжан Курнумекулу выбивает мяч в аут, понимая, что его партнер там лежит на газоне. Это, по-моему, Джанаш Куринки. Нет. Давайте посмотрим. По-моему, так и есть. Возможно, дыхание сбило его. Идет как Карабалты в том эпизоде. И извиняется перед ним Атай Джумашев. Именно он был с ним. Нет, это, кстати, Атай Джакубаев. Атай Джакубаев. Два Атая свистнулись. И то, что Джакубаев, он оказался на газоне. И подальше выбивать по себе. Шелегезде, Халстарды, Башметоли, Тимур Файзулин, Башкагалы, Стартошетхан, Сергей Грищенко, Джана Эльдос Мурзабеков. Да, и, кстати, резервный арбитр сегодня Вероника Бернацкая. Инспектор матча Рискальди Мусаев и комиссар матча Тимур Агиев. Ну, если так, по протоколу всех ознакомить. Аман Маныбеков выбрасывать будет мяч из аута. Игрок нашей сборной. Накелы на Инкома, Инком не успевает побороться, и Сергей Чикиша подальше мяч выбивает. Снова Маныбеков голову отыгрывает. Канат Акматов, капитан карабалтинской команды. Дует мяч, Сергей Чикиш, центр Назар Исаков, касание на Геращенко. Вот теперь хорошо комбинируют игроки Карабалты. Атай Джакубаев выбегает справа на флаге, нужно навешивать на штрафную. Точнее, прострел, это был угловой, очередной угловой. Зарабатывает немножко Карабалта, и это шанс, это шанс. Помните, первый гол в этом матче вообще пока что единственный залетел на суглового. Автогол, да? И Бекжан Курманбекулу будет исполнять данный корнер. Болельщики сейчас, гол, давай гол. И аут будет выбрасывать Канат Ахматов. Подальше нужно поближе к штрафной, там открываться ребятам из Карабалты. Атай Джакубаев под себя корпусами. Подвернек убирает, корпусом закрывает. Двое против. Ну, одного проходит. И на постановке здесь сыграл уже третий игрок обычно. Но все равно есть потуги. Теперь правый фланг уже студируют игроки Карабалты. Если в конце, примерно середина до конца первого тайма, левый фланг работал у Карабалты, сейчас правый работает, так же, как было в начале этого матча. Мамбетали подыгрывает на Сыкинчика, Сыкинчика налево на Маныбекова, Маныбеков с мячом. Далее. Конечно, не заметен, заметен своими действиями, но не заметен какими-то полезными действиями нападающий Карабалты. Возможно, он первый кандидат на замену, Станислав Геращенко. И в перерыве, кстати, в перерыве, точнее, также хотелось бы, возможно, увидеть еще более усиление, но пока только лишь все так же, по тому же рисунку складывается. Также Абдыштаб владел мячом в начале первого тайма, также и в начале второго тайма. К концу первого тайма буквально как пружина раскрылись игроки Карабалты, но забить все не смогли, но напротив забили игроки Абдышаты. Поэтому счет 0-1, пока в гостях ведут картовчане. Алирева. Один убегает, у вас на Алирева штрафной уже, и Сергей Чикишев мяч у него из-под ног выбивает. И еще раз он блокирует этот прострел. Вот Атая Джумашева. Карипов Манас. У нас Карипов через ближнего, через Сайдара Мамбетали'ева. Шире диапазон так и расширяют. До него Сакирченко, Сакирченко. Перевод на правый фланг. Там Атай Джумашев был, но Бекжан Курманбекулу занял правильную позицию, поэтому и сыграл головой. Но атака вторым темпом идет у Абдышаты. Не понял здесь у вас Алирива, своего партнера по команде. Бекжан Курманбекулу. На Назар Исаков отыгрывает. Исаков через Мамбетали'ева. Ну и открываться нужно, конечно, пошире игрокам Карабалта. Ошибается Мамбетали'ев. Есть шанс. Теперь Кухаранок. Нет, Кухаранок все-таки ошибся. Решил усложнить ситуацию. Но здесь Атай Джумашев подкате вывел мяч в аут. Аутовала.
топ менен Карабалта. Эсеп санды эсиңизге жазып кетейин. 1-0 автоголдон кийин гол кирген Карабалта дарбазасына. Андыктан эсеп санды өзгөрткөн аракеттенш керек Карабалта. Алтаудан чарлан топ. Биринчи топто Адыш ата. Топ менен Карабалта талайлери. Стандарт кабал, ойнор эжеси бузулду. Адыш ата командасы жакшы бир мүмкүнчүлүккө ээ болду. Манас Карипов топ оюнга кошот. Жок, Манас Карипов өнөктөштү. Стандарт кабал. Бизде Карабалтада алмашуу орун алат. Замир Болтоев оюнга кошулуш керек. Чыгарылган топ, биринчи топто. Абшата Келвин Инкум сокку жана Шерзот Кужаяров өз ордунда. Ишенимде оюн көрсөтө алды. Усиление. Алдыны көздөй чыгарылган топ. Усиление будет, конечно, в лице Замира Болтоева. Ооба. Биринчи таймда ушул оюнчу чыгат дедим эле. Андыктан ушул оюнчу кошулуп, өз командасын активдүү оюнга үндөгөнгө аракеттенет. Абшата топ менен. Данила Сакирченко. Кого же заменит Замир Молтов, как думаешь? Мен чеке пикирим бойынша Назар Исаков же болбосо Курманбек улу Бигжан же болбосо Жеңишбек Сыдыков. Бигжана не заменит, потому что пока один из лучших составе Карабалты, вот Назар Исаков в принципе может заменить по позиции также подходит. Поближе к атаке будет играть. Да. Назар Исаков. Угадал. Первый твой вариант прошел. Назар Исаков покидает поле и уходит Замир Молтоев. Под номером 7, друзья. И сразу же трибуны встречают овациями. Это действие, потому что Замир Молтоев на самом деле очень хороший игрок. Чана, не Вадим Датчишкерек. Да, Мирас Даги. Вадим не Ошлан Пушкерек. Это стандарт хавал. Жапыз көтөрүлгөн топ, эч бир жыйынтык алып келген жок. Азыр Карабалта командасы жакшы контур чабууга чыгышы мүмкүн жок. Адыш ата чабууда кайрадан. Эртерээк чыгарыш керек. Жана эч бир жыйынтык жок. Шырзот Кужаяров топ менен. Оттеснили здесь в этой атаке игрока Адыш аты Эльдияра Сардарбекова. И Шырзот Кужаяров. Бывает подальше в район центрального круга. Воздух пока выживает Адыш и футболист Адыш аты. Таджакубаев на Джанаша Куренкеева. Талат Акматов подкат отыграл. Молодцом. Денис Сыдыков налево. Замир Молтоев вот теперь. Первое касание мяча. Молтоев ошибается. Молтоев пока в игру не вошел. Келвин Инком. Атай Джумашев разгоняет там правым флангом. Атай Джумашев уже ближе к штрафной. И в подкате здесь великолепно Куланчбек Куренкеев сыграл. Молодой перспективный защитник карабалтинской команды. Но именно срикошетив мяч ушел в аут, поэтому Бигжан Курманбекулу вбрасывать будет мяч из аута. Геращенко не успевает побороться, Диана Шакуренкеев, Мамит Алиев, перевод на правый фланг на Атай Джакубаева. Не было там нарушений правил, Канат Акматов и заработал вот Акматов. Сам же бросил. Ошибка в центре поля. Опасно, конечно, так было играть. Немножко рискованно. Сыдыков сыграл. Теперь снова Атай Джумашев разгоняет атаку правым флангом. Сразу двое против него. Двоих он проходит. Но вот здесь
успели карабалтинцы отбиться, и не было углового, потому что Шизот Худжаяров вовремя вышел от ворот. И будет вводить уже мяч с рук. Очень высоко на Геращенко. Манубеков. Выиграл мяч подачи Сергей Чекишев. И нарушение правил было в исполнении Кирилла Инкома именно. Хотя до этого он сигнализировал арбитру, что на нем нарушили правила, но вот именно так Тимур Файзулин решил, что вот Чекишев был пострадавшим здесь. Чекишев. Манубеков перехватывает мяч. В подкате сыграл Харат Ахматов. И аут все-таки. Пока темп игры немножко спал, конечно. А вот замена, кстати, готовится у Абдышаты. Мы отсюда это видим. Роман Завязкин. Биринчи лиганын оюнчулары Камалидин Ташиев, Нурболот Рысбеков, Роман Завязкин, Алмаз Матов бардыгы биринчи лиганын оюнчулары. А биз билебиз Валерий Березовский нашей командасы баштырып келген жана ал команда менен арасында Кыргызстан тарыхында алгач жолу биринчи лиган командасы менен финалга чейин чыккан Кыргызстан клубу. Ошондуктан биринчи лиганын оюнчулары көбүрөөк десек болот. Да. Ну и помним, как и Березовский, и Сало отыгрывали в качестве футболистов в свое время. Лично я наблюдал за их играми, когда еще был маленьким совсем. Особенно Сало я помню, конечно. Пилипас тогда еще играл, Краснов играл. Это тоже такая своеобразная сборная у нас была. Владимир Хорошунов, Ульттук курама команда, Сергей Чекишев тогда чакырылды. Да? И Чекишев тогда Чекишев был молодым. Тогда только-только он начинал свою карьеру, а уже тогда Сало и Березовский, они уже были. Особенно Сало уже был таким вот настоящим мэтром крымского футбола. Вместо Ильяра Сардарбекова. Роман Завязкин, как мы и говорили, он до этого разминался. Роман Завязкин под номером 69. Эн кызыктырганы Бахтияр Дүйшөбеков жок. Да, кстати, нету Бахтияра Дүйшөбекова, даже заявки вообще, он в заявку не попал. И нету Нуркала Сатаева тоже, кстати. Вообще заявки обоих нет. Ну вот, как ты и сказал, решили из дубля взять игроков, прокатывать, так сказать. Ой, опасный момент может возникнуть, здесь Шизот Худжаяров сыграл. Будет всякий похвал, Геращенко. Мяч останавливается не совсем как нужно, поэтому катарчане отбиваются. Иван Филатов, то есть лишь Чечаткан Гизман, кене, ушли Алири Волубас, ушли Келвин Минком, да, вы, а Зринча и Эчпир, Игоревку, Горсе Галазе. Да. А без брез, мы его сюда, потому что нам башка форвард, башка бомбардири, Иван Филатов. Ну и снова, кстати, валят на газон игроков Каравалты, пока Тимур Файзулин неохотно лезет за карточками в карман. Была она показана до этого в первом тайме еще Денису Сыдыкову за опасный подкат. Сейчас, по-моему, Канат Акматов лежит. Да, так, есть капитан карабалтинской команды. Лежит на газоне, и там оказывают им помощь. Есть время попить водички игроков. Такая пауза возникла в игре. Четверть часа прошло, прошла точнее, с начала второго тайма. И рисунок игры пока практически не меняется. Потому что там редко атакуют, в основном старается мяч держать у себя, побольше сохранять его, а вот Карабалта пытается такие наскоки делать, но пока безуспешно. Поэтому еще 0-1 пока на табло. Там, по-моему, Канат Акматов получил повреждение или что. Только при помощи своих партнеров и медика команды Карабалта он покидает поле, прихрамывая.
Тоже будет замена или нет? Тоже интересно. Пока, пока там нет движения на скамейке у МФК Карабалта. Куренкеев отыграл на Биджана Курмамекулу. Курмамекулу. Перевод в никуда. Там Геращенко, по идее, должен был бороться, но непонятно, Геращенко то глубоко играет, то слишком высоко играет. Конечно, нужна подбога, мне кажется, ему. Мы ответили, он на втором этаже хорош, значит, ему нужен рядом под нападающим, который будет либо отвлекать на себя, либо же Геращенко сыграет с столба, и уже тот самый человек, который будет играть под ним, будет отрываться вперед. Перехват есть от Курмабекулу. Но атака продолжается вторым темпом. Атай Джумашев. Вот Селенович убирает. Карипов. Снова в подкате Курмабекулу сыграл. Калысбек Акималиев с мячом. Данила Сапирченко. Пока нет, особых атак. Последние 5 минут уж точно. Ну, это пару раз опасно убегали в контратаке игроки Абушаты. В касании передачи не понял здесь Андрей Кухоронок своего партнера. А эта игра рукой, это желтая, кстати. Так нельзя играть. И Тимур Фазулин достает горчишник и показывает его Бигджану Курмамекулу. Уже упал в единоборстве Курмамекулу, и вот рукой мяч задел и получил горчичник. Второй горчичник в этой встрече. И оба у карабалтинца. Цыдыков и Курмамекулу получили желтые карточки. А вот это может быть опасно. Уже забили один гол со стандартного положения сегодня игроки Абушаты. Подарочек сделали. Жаяров мяч убивает подальше. Жанаш Куренкеев. Нет, все-таки газон мяч ударился и уже потом перелетел весь рост Куренкеева. Каспек Акималиев топ-то алдын өзде бағыттады. Бірінші топ-то Карабалта. То үшін күреш. Азырынша бірінші тайм осташтырмалу. Карабалта жақшы ойын көрсетуді. Көбірек топ-то елік қылуды. Мүмкін гол кіргізгенге мүмкіншілік болады. Топмені Карабалта. Бор-бор бүркі Сергей Чикишев. Қарядан. Бүрін көшіні. Күрінкеевке. Күрінкеев. Жена. Карабалта. Форманы бүрігінің алыстап қанға арекеттеді де. Замер Болтбоев. Қанат Ахматов бош. Оң қанатта. Қанат Ахматов алдыны көзді ұмтылуда. Қанат Ахматовқа бағытталған топ. Жетшеді. Бек Акималиев топ-менен. Манас Карипов. Топ-менен жүрді. Айдар Мамбиталиев. Данила Сайдиченко. Айдар Мамбиталиев. Оңған алты көздөй. Шырда дағы бір алмашу үйде. Дәрді алып жатқан кезде. Асбек Айбек. Ойынға қошылшы керек Карабалта командасының ойыншысы. Кімден орында шығады? Қанат Ахматовтың орында шығады қош керек. Әлбетте көрген біз Қанат Ахматовтың жарақат алған. Аманбек Маныбеков. Данила Сакирченко. Келвинин ком. Алирев Олуасын. Соққу жана. Қандай сейф. Екінші соққу. Жоқ. Асманды көздей. Алмашу бізді дал ұшындайық. Қанат Ахматов. Есалға кетеді, орында Асбек Лайды. Келвин Комдың соққысын көрі алдық. Жана өте мұқты дегенде шығы жоқсы жаяр. Ойын көрсетті. Қанат Ахматов. Капитандық. Байды оны. Асбек Лайды. Өткөзі берді. Екі алмашу орын алдық.
Қарабалтада дағы бір алмашу бар. Шерзат Худжаяров. Ну и один из самых опытных появился сейчас на поле, Азизбекулов. Опыт Сергея Чикишева, наверное, говорить не будем. Все и так знают, но Тайбек Азизбекулов уже давно в большом футболе. Вот его появление, может быть, сейчас как-то поможет. А Карабалте, конечно же. Ой-ой-ой, здесь не понят друг друга. Значит, не понят друг друга. Жаяров. Вот, первое касание Айбека. Кстати, он левша, поэтому вот ему, с одной стороны, может быть, неудобно будет на правом фланге играть. Если поближе к атаке, то, конечно, или робота можно отыграть. Чистенько так делают обычно, левшу. На правом фланге, правшу на левом фланге. Бурданда емес болчу, гринчер емес. Да, да, да. То есть, если вспомнить Райана Гиггса или Харик Юла, чисто левые, вингеры были, играли слева всегда. То же самое Райт Филлипс справа всегда играл, а он потом уже начали тасовать, менять. Если Алмаштырган Курады ойлем, он будет ойчуга солынат, конечно. Сокузаттан ойлем. Да, да, именно для удара. Но для подачи уже, конечно, удобно на своем фланге играть. Робан с этим прекрасно справляется, Арен Робан. Так же, как и Эден Азар, так же. Хорошее веяние новое в футболе. Да. Раньше были, возможно, но редко такие моменты были. Айбек Азбеку ушел в оборону. Играть правого защитника сейчас, как мы видим, по позиции. Значит, Атай Джакмаев будет с ним сегодня комбинировать на правом фланге. Чечеве топу. Жоқ, чешкен жоқ. Үштан топ чығарып берілеуі. Жоқ, чығарып берілбей. Топпен Қарабалта. Топпен Қарабалта. Топ. Бор-бор бөлікі, ешкім жоқ. Топпен Айдар. Қарабалта топмен, оның арқа топты шығарып сол жоқ. Чал дағдары ұлануда, Алтай Жақпаев жоқ, шығарып сөткен жоқ. Жанаш Куренкеев отлично отыграл до этого. Вот Айбек Азбекулов на вес слишком сильно. Слишком сильно. Немножко приноровился к Абдышате, к игре Абдышате. Жанаш Куренкеев. Пока самый активный за вот последние минут 5-7. Уже за экватор перешел второй тайм. Все меньше и меньше времени у Карабалте остается для того, чтобы отыграть хотя бы один мяч. Кстати, вчера на Сочи триллер устроили игроки Арсенала и Лестера. 7 забитых мячей мы видели, 7-4-3. Так что в футболе всякое бывает, тем более в нашем футболе. Поэтому нужно ожидать побольше голов. Сейчас главное, чтобы забила какая-нибудь команда. Ну, если Карабалта забьет, то будет поинтереснее, конечно, потому что все-таки сравняется счет. И тогда уже мы увидим и Абдышту тоже в атаках, и Карабалту также. И штрафной против Атая Джакубаева Аман Манбеков сыграл. И Айбек Азбекулов у мяча. Бери шанс забить. В принципе, все высокоросные игроки снова подошли штрафной соперника. Олег Азбекулов. Ой-ой-ой, не успел там Бигджан Курманбекулов. Атака вторым темпом будет. Нет, все-таки аут. Что там было?
решил оставить Джанаш Курыкеев. Мяч Курыбек Кулу, Курыбек Кулу, Замир Молтоев. Джанаш Курыкеев. Ошибка. Перехват в центре поля. Абек Азбеку устремляется вперед. У него хорошая скорость. Сыдыков. Джахубаев. И штрафной. Штрафной есть. Но пока нет желтых карточек для игроков Абдышаты, что удивительно. Уже много раз болели игроки Абдышаты. Хотел угловой заработать в этой ситуации, либо аут, но извлечь максимум не смог. Извлечь не попал никому из игроков Абдышаты. Вперед, и нужно стрелять, конечно, но здесь успевает Алиева и угловой заработать для своей команды. Конечно, опасный момент был у ворот хозяев. Пока счет 1-0. Очень скользкий счет. Так что есть шанс у карабалтийцев сравнять счет в этом матче. Интересно, сколько добавит арбитр к этому матчу тоже. Были остановки во время второго тайма. Ой-ой-ой. Мяч затесался в штрафной. Карабалты. Шизот Худжаяров мяч будет вводить в игру ударом от ворот. Все-таки все зоны перекрыты. Игроки Абдышаты возвратились в свою зону. И Худжаяров мяч в никуда посылает. Аутовалдан қосылған топ, Абдышата топымен. Топ үшін күреш, Келвин Үнкум жоқ, топқа жетіп шалған жоқ, стандартты қавал бізде. Стандартты қавал. Қарабалтан ойыншысы жарақат алғанда көрінеді, еме. Дауыс ол стандартты қавалдан Қарабалтан ойыншылары топты ойынға қосады. Кстати, и снова нет желтой карточки для игроков Абдышаты. Хотя жесткие стыки бывают. Замир Болтоев. Топпен учурда. Карабалтан. Алирева Улуасын. Улуасын Алирева. Данила Сакирченко. Завязки топ. Сахтал Ганчок. Абдышата топменен жоқ, аут. Аут. Алмашуға шыққан Султанбек Момунов. Сабир Молтоев. Геращенко жоқ, Геращенко топ жеткен жоқ. Манас Карипов. Манас Карипов солынан көздөй. Абдышата топменен жақшы контур чалылдар алшы мүмкін. Офсайд авалында Келвин Инкум. Офсайд авалы жоқ. Емін шығарса болот. Келвин Инкум. Қайрадан Завязкин жоқ. Асбек Улайбек бұл топты қоса алды. Топпен Қарабалта. Атай Жақыпбаев бош. Ертерек шығарсы керек. Кеш болып қалды. Сергей Чикишев. Алдыны көздөй. Топто биринчи Роман Завязкин. Аманбек Маныбеков. Маныбеков келип туу. Алирев Олубас оңганакта бош оюнчу жок, өткөн жок.
повязки. Получим крыш от Мангези, Азбек Лайбек, аут. Аутовала. Жерзот Кузаяров из Ордунда. Станислав Геращенко. Топ нембиринчи Карабалта. Аут. Карабалта топ нембир. Сол қанаттан чабуыл әрекеті жоқ. Дағы бір жолы аут. Аут алайын. Топмен қарап алды. Сергей Чекишевтің әрекеті орын алды. Жоқ. Дағы бір жолы аут. Қарап алды топменен жоқ. Сұрпай алған жоқ. Фурикеевтің қатаншылығы стандарт қауал. Келдінің көп. Женген жарақат алды. Урмат Абдукаимов. Осы енші қатаншылығы Саламат Мадитаревтің орына. Қошылып жатады. Ақырқы алмашу. Урмат Абдукаимов. Ойынға керет алайы. Саламат Мадитаревтің салуға чығуда. Замена состоялась в составе хозяев. Урмат Абдукаимов. По номерам 12 появился на поле. Что это изменит в игре Карабалты, мы в скором времени увидим. Все меньше и меньше времени остается до конца этого матча. Примерно, ну если так говорить, вместе с добавленным временем, конечно. Ну, примерно, может, 3 минуты добавить. Арбитр этой встречи, может, 4 даже. Это около 15 минут, если брать скомпенсированное время. Шебеков направо отыгрывает, Манубеков плечом мяч скидывает. Так раз попробовать играть Карабалты. Вот здесь теперь одна Джумашев. Снова на правом фланге. Давненько мы его не видели в действии. Замир Молтоев против него в отборе. Хорош Замир Молтоев. Дальше, значит, мяч на Геращенко. Не было офсайда, Геращенко может убежать. Нет, не успеть. Все-таки скорость у него не самая высокая, да и техника также, поэтому не смог он здесь прорваться. Да, пока в игру сегодняшнюю не вписывается, конечно, Геращенко. Нужно правильно его, может быть, использовать по назначению. По его габаритам. Корвачу, Дармурвачу. Даже в центре нападения не пускать в прорыв в скоростной атаке. Все-таки скорость у него не самая высокая. Побольше играть именно на фланге, затем уже навешивать штрафную на него именно, чтобы он там боролся на втором этаже. И вышел также высокорослый Урмат Абдукаимов. Он очень пригодится на последних минутах. Если навал будет со стороны хозяев. Томас Бек Куренкеев. Сбили здесь его. Андрей Кухоронок. Сергей Чикиш будет исполнять. Вот мяча в игру. На Куренкеева. Куренкеев в сторону Геращенко. Чуть сильно подал. И отдачу Маша теперь. Конечно, в рисунку игры точнее видно, что устраивает счет. Устраивает счет, они добились своего. А вот... Нюдька работает, в этот счет не устраивает, тем более у себя дома, в родных стенах проиграть. Ну, откровенно говоря, не самой сильной команде тоже, с одной стороны, немножко, может быть, обидно будет. Поэтому вот нужно идти вперед и пытаться сравнять счет, как минимум. Если бы у Дордо или Алай, то другое дело, конечно.
правда, что там в этом сезоне немножко, может быть, даже в некоторых моментах лучше Дордоя смотрится. Но вот последние две игры против Дордоя они проиграли, последние вообще были разгромлены. Сам дальше, отлично, и аут, все-таки аут. Да, многие отмечали технику Амана Манабекова. Чемпионата Кыргызстана по футболу среди ветеранов. Рыбалтинский химик со счетом 5-1 обыграл столичный Токио. И среди ветеранов матч закончился сегодня. Рыбалтинский химик обыграл столичный Токио. Счетом 5-1. Так вот, поэтому нужно подстать ветеранов, доказать, ну, как Арабалта, что они тоже не выкомшиты. Мы сегодня вспоминали с тобой про химик, про их великое прошлое. А вот сегодня, конечно, нужно постараться молодому поколению Арабалты себя показать с наилучшей стороны. А время все тает и тает. На перехвате Айбек Азбекулу сам проходит великолепно. Там лежит на газоне игрок Арабалты, нужно играть, нужно вставать. Наш Курикеев там лежит на газоне, кстати. Но игра продолжается. Игра продолжается, потому что до этого не остановил игру судья при атаке Карабалты. И поэтому абдышкинцы решили также ответить. Тут Худжаяров. Все-таки аут. Все-таки аут будет. Ну и Владимир Солок, конечно, видно, что очень переживает на ногах, так же, как и Валерий Березовский. Оба тренера сейчас на ногах. Подает штрафную Саута, сбрасывает точнее. Брос мяча состоялся, но вот потом уже в ответ на атаке карабалтинцы немножко притормозили, потому что фол был против Геращенко. Замир Болтоев на Геращенко. Снова теряет мяч Геращенко. Хотя был шанс, вот сейчас был шанс разыграть атаку. 3-3 выходили буквально. Ой-ой-ой, Келвин Винком. Сам прорывается Келвин Винком, под себя мяч убирает. На Лириву. У вас на него штрафной. Пяткой. Безадресная передача. Кухорона. Сам тащит мяч. Нет, нужно подниматься. Здесь Тимур Файзулин показывает, что нужно вставать. 23-му номеру Абдышаты. И Саута будут выбрасывать уже игроки Абдышаты. В том числе Манас Карипов. Абдышата командасының шағылары келді. Жоқ. Аут бұл же бұрштан шағырып берілет. Бұрштан шағырып берілет. Күтөз бұл жақшы күшіріп тұрып. Қандай жетіп шағырылат болды кен Абдышата командасы. Соққызатса олып, жоқ, өте, қуаттылығы жоқ соққы. Топ менен ұшырда, Абдышата. Қаролық. Қарабалта топтыры, Атай Жақыпбаев. Стандарт қавал. Стандарт қавал. Стандарт қавал. Атай Жақыпбаев ойын регистрімізді қойды. Жақшы мүмкіншілік. Вот последние 5 минут матча идут. Основное время. И, я думаю, Тимур Файзулин минуту 3 добавит. Кстати, очень много остановок во втором тайме. После падения игроков. Что со стороны Карабалты, что со стороны Абдышаты. Манас Карипов у мяча.
площадь. Замер Молотов на перехвате. И опять же Акубаев устремляется вперед, но Аман Мандыбеков не сыграл. И жестко сбивает здесь. Лучше на замену. Урмат Абдукаимов получает желтую карточку. Третья уже желтая карточка в этом матче в составе Карабалты. Хотя, в принципе, Ильдар Амиров забил уже несколько мячей в этой топ-лиге. Но сборную он не призывается уже. Жастарға жол берсе. Да. Потому что нужен сменщик для Люкса, по-любому нужен. То есть тот, кто либо будет помогать, либо будет выходить как козырь вместо него. А может, вообще его из состава вытеснит. Люкс там башка гимн бар бізде чалушу. Дайрамчан қалдай голу башка жоқта гимн. Именно такого плана нет игрока, такого таранного типа. Хайрат Ергалбеков был уверен, был Чофан Торнова. Да. Чалучо. Именно такого центрального чистого. Мурзаев ходит на Негзе. Может, да. Но Мурзаев в последнее время привык играть больше на фланге, смещаться в центр и пробивать уже. А вот чистого такого, как Люкс, таранного форварда у нас нет такого уровня. Ой-ой-ой, опасный момент. И сигнализирует то, что игра рукой была. Я не заметил, как Тимур Файзулин. Центр пустой. Центр пустой. Нет здесь никого, кроме игроков Абдышата. Абдышата торт корвач ходит. Да. Ну и на самом деле верное решение. Как мы отметили, они сохраняют счет. И вот когда такие моменты возникают, конечно, будут пытаться забить второй мяч. Ну, для уже пущей уверенности. Чикишев мяч убивает подальше, Аман Манабеков. Нет, не успевает Манабеков к мячу. Спешит до Шезону Худжаярову, потому что остается очень мало времени до конца этого матча. И вот мы видим, к основному времени матча добавлено было 3 минуты. 3 минуты, и они сейчас стартовали. Ой-ой-ой. Жестко было. Пока много борьбы видим в последние минуты. Мало комбинационных атак. Алирева будет лежать на газоне сейчас, это точно. Он это делать умеет, кстати, уже не впервой. Против Дордоя, я помню момент, когда Каберлак Лазубаев. Да, жестко сыграл, но там такой прям крик был от Алуасна Алиревы, как будто бы там ему ногу надо. Но он умеет артистизм свой проявлять вообще, конечно. Легионеры некоторые из некоторых стран это умеют делать. Но это все равно тоже часть футбола. Этому нужно учиться тоже. А то я не люблю мяч, когда я футбол играю. Машка не любит. Мы с Хрикмен Барда готовил бутер нормал. Играл. Был, ну да, Машу у Барчина когда из Кашкирекан кине футбол два. А Хрик почему не играл футбол два? Хандай. Аркет полбосун. Денежки здесь кирек. Ошо да. Арганда инструменттер менен. Денежки жеткен аркет кылса, тоюнчулар мындагы эс ала жүрүшүбүз керек. Уақыты чою әрекеті албетті. Әнере болу басын, ештерсе болған жоқ, уақыт чою әрекеті. Да, выиграл секунды лишние. Я думаю, Тимур Файзулин, конечно, добавит немножко времени к тому, что он добавил уже из-за этой остановки, но ну, максимум секунд 30, я думаю, добавит. Остается уже менее 2 минут до конца этого матча. Сейчас. Вот я Куренкеев. Нужно навал, я думаю, делать уже на последних минутах матча. Встать всех наверх и делать навал, конечно. Келвинком никуда не спешит. А вот Альрив уже пытается выйти. Нам уже вышел. Замир Молтоев. Что же предпримет семерка Карабалты. Замир Молтоев с мячом. Назад.
Сейчас момент и ой-ой-ой. Хороший шанс был, между прочим. Там Урмат Абдукаимов вырывался для удара головой. И вот последние секунды матча идут. И замена. Замена тактическая со стороны Валерия Березовского. Появляется на поле Камальдин Ташиев под номером 63-м. И поле покидает Алвасен Алирива. Шанс, я думаю, последний шанс есть у Карабалта. Всех вперед нужно, конечно же, гнать, потому что такого шанса может и не быть. Уже истекло и время основное, и время компенсированное, поэтому, я думаю, только один Сергей Чикишев должен остаться здесь. Даже на подборе вот Садыков и Куренкеев остались. Желтая карточка дана для Романа Завязкина. И аплодисментами встречается эта желтая карточка. Первая для Абдышты в этом матче. Олег Азбекул на штрафную площадь. Геращенко поборолся. И... Нет. Все, матч завершен, друзья. А Абдышта победила в гостях 0-1. И зарабатывает 3 очка очередные. Для вас сегодня работали Олег Тимирланов, Азиэта Дримов. Будьте здоровы и счастливы. Ну, работается интересно с любой командой, с этой не исключение. Ну, на этот год задач как таковых нету по причине... Ну, сейчас мы, можно сказать, начинаем уже планомерную подготовку к следующему году. То есть ребятам объясняем те требования, которые сейчас, ну, и в нашем киргизском футболе, или в ведущих клубах, в сборных. Ну, и молодежь хорошая, обучаемая, и с небольшой селекцией в следующем году, я думаю, будут другие результаты. Ну, кроме забитых мячей из тех моментов, что мы создали, практически, да. Очень, конечно, мешало не совсем важное поле. Поэтому, а так, в принципе, по плану игра прошла. Очень удачно то, что мы забили гол. Может быть, он и был как бы непредсказуемым. Но именно эти моменты все отрабатывались, наигрывались. Ну, в принципе, все прошло по плану.